Осознание того, что чистильщики решили присоединиться к Делаамам, наполняет меня радостью. Но еще остались Талдаримы. Мы пошли на риск, связавшись с Алараком. Тассадар, друг мой, как бы ты поступил? А ты, Сиратул, позволил бы мне это сделать? Но ответ не важен. Если с помощью этого союза мы сокрушим армии Амуна, то он необходим. Целая армада. Флот смерти под началом Амуна. Призваны истребить все живое в этом секторе. Нам следует поторопиться. Ракшир, ритуал захвата власти через поединок, не терпит спешки. Он требует тщательной подготовки. Мы на орбите враждебного мира и на мушке у целого флота. А ты говоришь о подготовке? Я собираюсь занять место Малаша, правителя целого народа. И ты мне поможешь. Взамен Талдаримы выйдут из войны. Таков уговор. И для этого нужно соблюсти все традиции. Эта сделка нравится мне все меньше. Хочу узнать больше о Ракшир, вашем ритуальном поединке. Чтобы понять Ракшир, ты должен вначале осознать суть цепи Вознесения, которая ведет к Амуну. Каждый из нас связан его волей и волей того, кто стоит над нами. Однако, существует способ вознестись. Клинком и кровью любой Талдарим может подняться на ступень выше своего текущего круга. Посредством этого ритуала отбираются те, кто достойны вознесения. Те, кто смогут исполнить волю Амуна. Значит, Малаш, сильнейший представитель твоего рода? Так считают. Но он еще не вступал в схватку со мной. Талдаримы отвернутся от Амуна и станут нашими союзниками. Разведка сообщает, что войска Доминиона пытаются сдержать наступление Золотой Армады. Несмотря на их усилия, множество систем уже потеряны. Что нам делать с этим Алараком? Он крайне неприятен. Я многое понимаю в действиях Талдаримов. Их рвение, стремление услужить своему богу. Чего я не понимаю, так это почему Амун так просто решил отвернуться от своих верных союзников? Почему, несмотря на их абсолютную преданность, Амун решил ими пренебречь? Он не остановится ни перед чем, Артанис. И горькая правда состоит в том, что ему не нужны союзники, кроме гибридов. Он считает, что прервет цикл насилия, а на самом деле принесет лишь вечность ужаса. Талдаримов странные обычаи. Я изучил талдаримские боевые машины. Они полностью повторяют технологии Халаев. Единственное отличие — используемые материалы. Как это им удалось? Издавна ходили легенды о кораблях, не вернувшихся из космоса, о пропавших флотилиях. Я слышал эти легенды о яростных призраках прошлого,
которые выжидают удобного момента, чтобы напасть. Представь, что все это время мы, сами того не зная, воевали против Талдаримов. Это бы многое объяснило. Незавидная судьба. Не знать радости собственных изобретений, воруя чужие. Это просто жалко. Для ритуала Ракшир нужно, чтобы приготовления были завершены в соответствии с древними предписаниями. Собери воинов. Малаш наверняка попытается вмешаться. Это стражи Малаша. Убейте их, чтобы я смог приступить к ритуалу. Если так нужно для дела. Смотрите, что это за туман? Тиразин. Он периодически поднимается из недр Слейна и приближает нас к пустоте. Пока газ на поверхности, войска Амуна могут переходить в наш мир. Здесь они не обладают всей мощью, но все равно их натиск будет безжалостным. Мне казалось, ты говорил о верной победе, Аларак. Ты ведь любишь трудности, разве нет? Хорошо. Мои войска нападут на стражей, когда поток газа ослабнет. Пока все заполнено тиразином, нам придется держать оборону. Скоро тиразин поднимется на поверхность. Будьте начеку. Готов. Иерарх, наши звездные врата теперь могут вызывать излучатели пустоты. Они идеально подходят для перехвата врагов в бою. Отлично. Они нам пригодятся. Воин пробудился. Не хватает минералов. Врата между этим миром и пустотой начали отворяться. Скоро сюда прибудет армия Амуна. Предложишь.
пустота, а вода. Воин пробудился. Сердце тьмы. Мои навыки пригодятся тебе. Стражи охраняют святилища. Пусть их смерть будет медленной и мучительной. Мои воины никогда не забудут о чести, даже сражаясь за тебя. Так или иначе, сначала нам нужно укрепить защиту. По-твоему? Парада Курал. Вераку. Что ты предложишь? Мне удалось просканировать материнские корабли Талдаримов в этом регионе. Они перевозят саларит. Не думаю, что Аларак будет возражать, если мы избавим их от лишнего груза. Призматическое ядро активировано. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Я сердце тьмы. Я голос затмения. Все ближе к пустоте. Готовь воинов. Мои навыки пригодятся тебе. Не хватает минералов. Парада Курал. Не хватает минералов. Близится наш час. Ради возмездия.
ядро активировано. Улучшение завершено. Наш пилон атакован. Самое время разделаться с моими врагами. Узри силу избранной! Не хватает минералов! Иерарх, к нашему Нексусу направляются корабли Долдаримов. Сбить их! Минералов! Я здесь, свидетель. Мои навыки пригодятся. Построить больше пилонов. Улучшение завершено. Мы едины с сгущается. Самое время тебе начать приготовление. Ты пришел, чтобы узреть конец? Это не конец, но начало. Ядро активировано. Что ты предложишь, мои сыны? Цель заображения.
активирована. Делаться с моими врагами. Не хватает минералов. Как это нравится, может, поможешь нам? Ты же понимаешь, что мне надо беречь силы для боя с Малашем. Я здесь, среди теней. Сгущается. Самое время тебе начать приготовление. Я голос затмил. Близится наш час. Призматическое ядро. Не хватает минералов.
в небеса. Будь по-твоему, мы едины с тенью. Остался только один. Мы служим воле владыки. Корабли противника направляются к нашему Нексусу. Им насладиться. Армия Амуна идет за тобой.
Весь Саларит теперь у тебя. Благодарю, Иерарх. Я содрогаюсь от мысли о том, что они собирались сделать с этим Саларитом. Мы едины с тенью. Месторождение минералов истощено. Пустота холодна. База атакована. База атакована. Сердце тьмы. Мои навыки. Цель в зоне поражения. Борода Курал. Заманчиво. Что? Месторождение минералов истощено. Пламя войны пылает ярко. Месторождение минералов истощено. База атакована. Физматическое ядро активировано. Замечено. Пустота. Что мы есть? Месторождение минералов истощено. Продолжая ходу. Пустота. Я сердце тьмы. Направляются к нашему Нексусу. Возвращаюсь в небеса. База атакована. Чтобы услужить мне, Артанис.
Надеюсь, что так. Мы все ближе к пустоте. Готовь воинов. Мои навыки пригодятся тебе. Я не буду служить тебе вечно. Не хватает минералов. На наши зомби напали. Возвращаюсь в небеса. База атакована. Я голос затмения. Физическое ядро активировано. База атакована. База атакована. Войска Амуна исчезли. Пора атаковать стражей. Я голос затмения. Цель в зоне поражения. Я здесь, среди теней. Айора будет отомщен. Очень разумно. Смерти. Бойся Амуна. Не хватает минералов. Корабли противника направляются к нашему Нексусу. Я голос затмения. Мои навыки приступили в бой с противником. Сердце тьмы.
смерти. Темный бог уничтожит тебя. Я по горло насытился его ложью. Ритуал завершен. Что теперь? Эти предатели не были частью ритуала, но обязательно помогли бы Малашу. И мне хотелось, чтобы они умерли. Час пробил. Малаш, слушай меня. Я вызываю тебя на Ракшир. Сразись со мной согласно нашим законам. Или умри, как трус. Мы сойдемся в битве на заре. Я отвечу на твой вызов. Запомни одно. Тамплиеры — не бездумные орудия в твоих руках. Мы здесь не для того, чтобы убивать твоих врагов под ложными предлогами. Обманешь меня снова, и нашему союзу конец. Смерть стражей Малаша позволила достичь нескольких целей. Когда владыка падет, никто не воспротивится моей власти. Впервые за много лет я близок к победе. Я чувствую его беспокойство, Арданис. Он знает, что я иду. Малаш? Амун. Дыхание жизни помогло мне увидеть истину. Да, я чувствую его ярость. Он знает, что я его не боюсь. Знает, что через Кхалу ему не подчинить Талдаримов. Я обращу избранных против него. Ты еще не выиграл, Аларак. Не позволяй Тиразину затуманить твой взор. Это сражение тебе еще только предстоит. Я уже победил. Я тысячу раз видел внутренним взором, как наношу последний удар. Твоя самоуверенность — лучший союзник твоего врага. Не позволяй ей помочь Малашу. Слова привыкшего к поражениям. Теперь нам доступны боевые единицы наших новых союзников. Малаш показал себя могучим вождем. Это так. Поэтому победа над ним будет особенно сладкой. Многих ли ему удалось победить в ходе ритуала? Бесчетное число соперников. Он поднялся по цепи Вознесения, безжалостно уничтожая всех на своем пути. Будто его благословил сам Темный Бог. Он получил прозвище «Клинок Амуна». И тем не менее ему бросали вызов. Таковы наши обычаи. И с каждым побежденным он расправлялся с особой жестокостью. Малаш любит оставлять своих противников полуживыми и наслаждаться их страданиями. Аларак, я начинаю беспокоиться. Спокойствие — это сказка для юнцов, не готовых к боли и испытаниям реальной жизни. Оставь меня, мне нужно подготовиться. Если остальные Талдаримы такие же мрачные, как Аларак, то нас ждет... Довольно необычный альянс. Цепь Вознесения — отвратительная традиция. Когда-то и Кхалаи думали также о пути тени, который практикуют неразимы.
Это несопоставимые вещи. Наше общество никогда не основывалось на... В основе их организации — железная иерархия. Служение вышестоящим и непрерывное укрепление связи с самим ОМОНом. Но ведь их удерживают обманом, матриарх. Они не знают ничего иного. Как же они изменятся? Когда-то наши народы тоже относились друг к другу с ненавистью и недоверием. Да. Мы считали ваши ритуалы варварством, а вы видели в нас только жестокость. Так же сейчас происходит и с Талдаримами. После того, как мы уничтожим Амуна и откроем правду о его предательстве, они станут искать свое истинное предназначение. Свой будущий путь. Жаль, что большинство Талдаримов отказываются понять, что их ждет. Новые штурмовые корабли готовы к инспекции. Борода... Все будет уничтожено! Борода Курал. Все будет уничтожено! Талдаримские странники гнева активированы, иерарх. Каракс, ключ! Реагируют. По-видимому, на потоки энергии пустоты на поверхности планеты. Я наблюдал подобное на Ульнаре. Должно быть, Тирозин напрямую связан с пустотой. Талдаримы называют его дыханием жизни. Они считают, что поглощая его, могут обращаться напрямую к Амуну. Довольно условное утверждение, но его нельзя полностью отметать. Свойства этого вещества указывают на то, что оно может происходить из иной вселенной. Возможно, поэтому оно для них священно. Они ищут богатые тирозином планеты, чтобы превратить их в святилище своего бога. То, что мы нашли это место, дар судьбы. Если ключ реагирует на тирозин так же, как на энергию пустоты, я смогу использовать этот газ, чтобы испытать возможности артефакта. Возможно, провидение еще не покинуло нас. Нужно сохранять веру. Я предпочитаю результаты, иерарх. Мощь Амуна превосходит возможности даже королевы клинков. Мы должны действовать наверняка. Талдаримов странные обычаи.